Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Файф, и у нас очередная серия «Карьера за Барселону» в игре Pro Evolution Soccer 6. Сегодня у нас матч с Осасуной. Да, такое немножко сексуальное, наверное, название испанской команды. Вообще, в целом, если посмотреть на наш календарь, ну, в 10-м туре... Кубки мы тоже играем с Осасуной. Я вообще подумал записывать не все матчи, а именно такие более-менее интересные с командами из верхней части, либо из тех, которые, я считаю, грандами. Мне кажется, это будет более интересно, чем те все матчи, которые я записываю. Наверное, я так буду делать со следующего выпуска. Сегодня у нас, как я уже сказал, матч с Осасуной, который на 12-м месте, мы идем на 3-м месте. И, наверное, вот в таком сочетании формы мы и сыграем. О, Роберто Сальдадо, Рикардо Лопес, я не знаю. Эдмилсон, возможно, тот, про кого я думаю. Сыграем в этом сочетании футболистов, которые у нас сейчас выбраны. Поехали. Сальдан у нас 3 атаки с Уэбо. И наша первая атака, Хави ее начал. А если подать? Иньеста у нас с мячом. Неплохо, но перехватили. Пас на Рональдиньо. Но футбольный инопланетянин. И это выше ворот. Рикардо Лопес выбивает мяч. Нам, несомненно, нужно выигрывать, чтобы как можно выше подниматься и не опускаться. Сейчас мы на третьем месте идем. И в атаку идет Осасуна. Коралес, Рафа Маркес и неточный Яя Туре. Но Вити Вальдес забирает. Пуйоль разгоняет атаку, Рональдиньо, но блестяще действует защитник. Рональдиньо с мячом, пас на Иньесту, Иньеста. Да, снова теряем мяч. Да, не получилось. Борьба в центре поля. У нас мяч. Месси борется, но защита Осасуны отбирает мяч у Леонеля. Неспешно так Осасуна действует. Рональдини не точен. И Вебу. Укал. Харлес Пуйоль на Вальдеса. Рафа Маркес. Пас. И в атака. И я это раз мячом. Иньеста. И выше ворот. Вот эта глюченность этой игры с ударами. Она меня губит, конечно. И... это на Месси, но защита блестяще действует. А нам уже надо забивать середину первого тайма, а счет пока не открыт. Мы на этом погореть-то можем, Иньеста с мячом. Пас на Пуйоля, но Карлес не успел до мяча. Хави.
место побороться с Эдмилсоном. Месси. Тут у него красиво, тактично отобрали мяч. И Хави у нас сейчас в атаке. И мяч. Мяч у нас сбрасывание будет за боковой. Я эту раздали, хорош вратарь. Да, насколько слышал, Хави играет там в Катаре или где, он не забил пенальти. Но слишком сильно я подаю, но нет. А этот пенальти как раз таки был ключевым, команда не прошла дальше в азиатской или какой-нибудь там лиге чемпионов, но аналог нашей европейской. Вот она глюченность, видите, Хави то бежит, то пешком идет. И да. И гол забивает Асасуна. А нам что-то надо менять. Роберто Сальдадо. 21 год ему здесь. 35-я минута практически, а мы проигрываем 1-0. Иньеста с мячом. Это убьет мимо. А тут побороться, но хорош защитник, отдать назад голкиперу. И тот. Да что, левый Месси так связали по ногам и рукам. Я это Рэ. А это Месси что-то не вступил в борьбу. Еще второй сейчас. И у нас сейчас свободное пространство есть у Андреса Иньеста. Но слишком слабо. Вот сейчас было слабо. Рональдиньо. Иньеста. И это... И 1-1. Наконец-то. Наконец-то. А Лео в игру не попал. И доказывает свой класс на поле. Один-один. Нужно забивать. Но по ударам мы владеем. Глава один подали. Владение мячом практически равность. Реал выигрывает. И Валенсия выигрывает. Поэтому нужно нам тоже нужно набирать очки, чтобы не сильно от них отставать. Второй тайм стартовал. Ну вот честно сказать, если бы не видел, что Сальдадо играет в Асасуне, я бы не поверил в это. Рональд Диня с мячом, но мяч ушел. Опять это бег, ходьба, и нас догоняют. То это было опасно. Можно мне желтую дать, товарищ судья. Да, что она делает? Крутяга. Прям крутяга. Что если разыграть? И мы тупо врезаемся в защитника. Маркес. Нет. Там офсайд был у Роберто Сальдадо. Ой, еще и на него же пасуем. Пике. Пас на Пуйоле. Верно, Денис мячом. Я и Туре.
пас на Рональдиньо. Что если пробить? И хорош Рон. Рональдиньо. Футбольный инопланетянин своего поколения, кто бы что ни говорил. Ну, не знаю, один из кумиров для меня, честно. Если на секунду задуматься, ну да, футбольная карьера пошла не так, как все хотели, мечтали. И мне, честно, когда он уходил из Барселоны, было это печально и жаль. А может, сейчас третий забьем? Ох, сейчас желтый будет. Ну, я хотел в подкате выбить. Не-не-не. Хави не дает желтую. Я просто момент этот с подкатом запоздал немножко. И поэтому мы скосили игрока Неста. Ну, не попал Андрес. Давайте поменяем. Выпустим Александра Глеба. И приложение к этого. Хотя нет, вместо Месси. Месси Мак. А вот сейчас это может быть очень опасно. Симак и Месси. Месси забивает гол и его меняет. 3-1. Ну, в этом матче, сами видите, без особых, как казалось в начале, трудностей мы, наверное, доведем матч до победного. Хотя Сасуна, мы сами помним, первый гол может сейчас забить и создать трудности. Эх. Не дотянулся до мяча наш нападающий. Дель Порте, Рафа Маркес. И тут не точно играет Маркес. Да боже ты мой. Хави, пас на это. И сейчас может быть очень опасно. Могло получиться, но вот... Вот смотрю сейчас на состав Барселоны, да, там то, что Анри там в Барселоне играл, Глеб. Ну, при всем моем уважении к Хлебу, Глебу, Анри, ну реально они играли там, Анри там забивал, но вот так если разобраться, карьера вот после перехода в Барселону так или иначе по нисходящей пошла, да, переход потом в МЛС придал свой антураж, там он неплохо играл, но вот сам период карьеры в Барселону, кто-то конечно поспорит со мной, скажет, да нет, Анри супер бомбардир, супер играл, ну не знаю, мне так кажется. Знаю, что многие фиферы, в общем, люди, снимающие игры, они вот, ну, зачастую FIFA, Pro Evolution, они обрезают, оставляют там только вот самый лучший момент. Не знаю, мне не нравится это еще потому, что сейчас опасный момент, и, ох, опасно было. Дель Порто опасно, реально. Вот ей-богу, было опасно. Не знаю, для меня суть игры меняется. Вроде здесь опасный момент показал. Здесь я понимаю, что там теряете время, вот скучная вот эта борьба в середине поля, неинтересная. Ну, не знаю, мне кажется, в этом и состоит играет. Вот и давайте так разберемся. Ну, отлично для меня, опять-таки, свое мнение. Когда смотрю футбол по телевизору в прямом эфире, это для меня одно. Сейчас опасно может быть, и да, 4-1. Но для меня это одно. А вот когда, ну, у меня есть возможность запись перемотать, смотреть все яркие моменты, это для меня уже совершенно другое. Я уже не буду смотреть матч целиком. Посмотри именно моменты. Опасные моменты.
Так и здесь можно вырезать, оставлять только там голы, опасные удары. Ну, не знаю, для меня в этом потеряется смысл. Вот с самой записи этого матча. Ну, может дубль. Может дубль. Ты бог ты мой, добеги. Нет. Ох, Карлес. Желтая карточка. Пожалуйста. Ну все, 4-1 победа. Можно сказать, даже на классе, хоть и несмотря, мы пропустили гол, но тем не менее. Оценки 6,5. Все круто. Так, что у нас там? Открытие. Ага. А, они куда-то там совали. Ага, сборную. Мелита. Давайте Гудвинсон. Раз гол забил. Хотя, да, все скорректируется. И что у нас там еще? А, это вот, ну, рейтинг клубов. Ну, видите, на первом месте идет Арсенал. Леон, Лацио, Бавария. Ну, мы сейчас будем в полнейшей попе, потому что мы только начали играть за клуб. Мы еще ничего, по сути, не выиграли. 54 место, не так плохо. А, лига. Наша лига Б на 4 месте. Здесь мы тоже ничего не можем сделать. Так, мы на 3 месте так и остались. Ну, Валенсия. У нас одинаковое количество очков. Реал Мадрид на 2 очка впереди. Так. Давайте посмотрим. Здесь смешана такая таблица ПСВ, АЗ. Кто проигрывает? Родах, РНВМ, Гронинген, Лиль. Понятно. Так, а тут Аскали, Ливерна, Левиджина, Удинеза, Эмполи, все-таки в попе. Милан, Рома, Интер, Лацио, Лига Д. Арсенал, Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Манчестер Сити, это, наверное, Астон Вилла, не знаю. Селтик, Росенборг, Нант, Галатасарай. Так. Не столь важно. Вот. Такой вот получился у нас матч. Мы на 3 месте играем следующий матч с Сарагозой. Ну, как я уже сказал, наверное, буду реально записывать видео. Вот, ну, интересные матчи. Мы помним. То есть я никак не могу пролистать. Главный игрок я тоже не могу помнить. То есть я играю на сложном. Все, я, соответственно, не могу здесь никак ничего изменить. Поэтому буду записывать реально вот интересные матчи с интересными соперниками. Ну, а потом это буду выкладывать. На сегодня это все. С вами был Андрей Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки. Пока-пока.